I stand firm for a soil. Little rock and falls and they juicy. Trust me, just be stitchy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. Мы с вами продолжаем внедряться в многогранный мир современного искусства. Иногда он кажется необычным и неоднозначным, впрочем, таким же, как и сегодняшняя жизнь. На выражение у художника выступает субъективное творческое отражение действительности и авторская рефлексия на нее. Какая именно, мы увидим с вами на Odessa Contemporary Art and Painting. Какой главный лейтмотив этой выставки? Самый главный мотив, я говорил, это три позиции. Первая – это культурологическая, вторая – это коммерческая, и третья – это моя мечта. То есть эти три пункта я храню в себе, и это есть концепция. То есть первая – культурологическая, это чтобы показать одесситам, одесских художников современного искусства, чтобы они знали, понимали, говорили об этом, чтобы знали, кто у них живет вообще в городе. Вторая черта – это, естественно, поиск меценатов, поиск людей, заинтересованных в искусстве, в развитии его в этом городе. И третье, это моя личная мечта, которую я хочу развивать и добиться ее, дойти до нее. Вот, но, может быть, не дойду, потому что мечта как горизонт. Вот, но это и есть главные критерии. А почему эти работы? Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Это все, я пытался подобрать максимум поп-артовские работы, которые были бы хороши и понятны массовому зрителю, но при этом были, естественно, отчасти концептуальны, но не так открыто, как это было, допустим, на Биеннале современного искусства летом. Вот. Чтобы это было как бы людям больше понятно, чтобы потихоньку это все было. Ну, шаги делались, чтобы постепенно, а не так сразу, оп, вам писсуар Марселя Дюшана. Ну, кто? Это сразу отторгает. Надо постепенно, маленькими шажочками, что было и сделано в Америке, в Нью-Йорке в 80-х годах. Вот. То есть это такой первый шаг получается? Ну, маленький шажок даже, и даже не первый, но такой один из таких первых массовых проектов, ну таких более массовых проектов, не камерных, массовых. То есть цель это вот всеобщая заинтересованность, да? Естественно. И не безразличие. Естественно, не безразличие, заинтересованность. Чтобы люди хотели ходить, чтобы потребляли искусство. Я говорил на речи, чтобы это же все влияет на то, как они живут, во что они одеваются, какой дизайн делают дома. Это очень важно все. Как обстоит дело вот как раз-таки с этим моментом в нашем обществе?
Ну, все слабенько, все очень слабенько, очень медленно, очень тяжело, еле-еле, и все пытаются что-то как-то сделать, но это все, это как одноногое существо какое-то, у которого нет ноги, нет глаза, и оно лезет, и не знает, куда лезет, вот такое. А надо делать точку много качества, чтобы это сразу поражало, сразу заинтересовывало, чтобы были какие-то реакции, а не просто пришел, ушел, выпил вина. А как вот зацепить, на каких аспектах чувства сыграть, ну, чтобы зритель, ну, почувствовал и вправду потребность в этом? Естественно, это отбор работ, это поиск пространства, это огромная работа с масс-медиа, это очень-очень много... Не, я говорю о работе со зрителем. Со зрителем? Ну, опять же, работа со зрителем. Художники работают со зрителем. Я лишь только сейчас их собрал, а они, их работы работают с ними. То есть я же говорил, художники рожают ребенка, а зритель вынашивает его. А вот друг, название, на котором изображен Джимми Хендрикс в работе, вот что это? Ну, это «Мечты о счастье». Это моя серия вот вообще про Америку, ну, про счастье, то, что в моем советском детстве, вот советское детство, то бишь я его прожил, и там, допустим, мой папа был в составе делегации, которая принимала Армстронга в Советском Союзе, и он подарил первый постер американский своим автографом, то бишь, ну, меня клинило, то бишь, все дети школы знали, что у меня есть человека с Луны автограф. То бишь, я начал делать там Армстронга, там Монро, первая женщина, первый анонизм, да, ну вот самая великая женщина. Ну и первая музыка, самая великая музыка, это он. То бишь, это вот первое ощущение как бы про свободу. То бишь, мы как бы к ней идем, но мы как-то так странно идем. Мы же не можем сейчас сказать, что мы к ней пришли. У нас какое-то извращение свободы. Там кто-то был много где-то там не здесь и тоже говорит о том, что там тоже странно, да, со свободой. Но, тем не менее... В моем сознании, там, человека, который из Советского Союза, ну да, есть программы «Рожденный в СССР», но это уже бредом стало, но тем не менее, люди, которые вот мы вышли откуда-то, и у нас были какие-то эталоны кайфа, счастья, к чему нужно стремиться, но это персонаж, который оттуда. Но пока это было за гранью, за да, вот потом вот... все, да, уже ничего нет. Уже ничего нет, никакой мечты нет, ничего, ни о чем не мечтаю таком. Сейчас новая не свобода, но она уже заключена... Это ретро-воспоминание, это воспоминание советского школьника, короче, который любил все американское, начиная от жвачек и заканчивая, там, не знаю, кином про гангстеров. Чистый символ свободы, который да. Независимо от американской, да. Не американской. Ну, в принципе... Оно меняется, то бишь свобода может там подменяться еще чем-то, и кто-то, может быть, сейчас в Китае будет символ великой свободы, я не знаю. Ну, великого пластика точно, да, великого там рынка точно, великой оккупации всего на свете точно, но может быть и свободы. Вопрос, ну мы сейчас для себя формулируем, что такое свобода. Когда-то для нас была совершенно четкая Америка, свобода. Сейчас вопрос. Какая форма свободы, вот, может быть, подойдет нам, нужна нам? А, у нас я недавно разговаривал, и мне говорят, мы больше всех знаем о свободе. То бишь... Мы были в несвободе, свободными, наши родители были свободны, мы смотрим какие-то семейные альбомы, там были счастливые люди. А вместе с тем мы были в закрытой стране, как бы тоталитарной, да? Но там было много свободных, чистых людей. То бишь нам нужно пересмотреть, то бишь идею свободы. Ну, нужно, не нужно, каждый для себя решает сам, насколько нам нужно пересматривать эти эталоны свободы. То бишь для каждого человека это его внутренняя свобода, что он для себя принимает. Когда-то это, я повторюсь, там была Америка, свобода. Потом это было, может быть, какие-то, сейчас типа европейские ценности свобода. Это вопрос тоже, ответьте. Читайте, ходите билборды по городу, каждая скотина на каждом билборде пишет по-разному. Поэтому выясните вообще, что для вас свобода или внутренняя свобода. А там я сегодня был на выставке Виктора Хохленко, а он там уезжает в Индию, там свобода. Ну, да, это поиск то чего-то. То бишь, ты себе где-то... реши, по сути, где твоя свобода. Где-то вне себя. Где твоя свобода. И она должна как бы, должна опять эти дурацкие слова какие-то, говорит, тоталитарные. Она может войти в тебя, это свобода, которую ты для себя сформулируешь. Как она будет выглядеть? Ну, точно для меня это уже будет не Америка. Но сейчас я делаю какую-то ретро-серию на тему, как бы, свобода Америка. Ха-ха. Ну так. Вот, почему бы нет? А вот эти вот геометричные работы, вот что они несут, что в них как бы такое важно? Работы называются «Октанты», это три работы большого цикла. Они создавались параллельно с моим архитектурным проектом.
Это работы чистой геометрии, соотношение цвета и форм. Такой геометрический минимализм. Работы созданы в новых технологиях, на компьютере. Они напоминают немного такие цифровые диаграммы. Это отголосок сегодняшнего времени. То есть это какое-то такое геометрическое восприятие времени? Думаю, да. Трансформация времени, трансформация событий, возможно, да. Но... выраженная через геометрию, через пластику, через линию и цвет. Ну а что для тебя вот это время? Что ты можешь... Сегодняшнее время. Для меня это время границы между реальным и виртуальным миром. Вот мы живем в этом промежутке, когда эта граница все стирается и стирается. Ваш триптих называется М. Что вот это вот М? Ну, М — это... откройте слова. Посмотрите, какие слова начинаются на букву М. Ну, в принципе, это мясорубка. Это мясорубка, да? Да. Это портреты мясорубки. Ваш личный посыл к зрителям, в чем вы можете сказать, что он заключается? Мне интересно, чтобы человек, который подойдет посмотреть, вообще задумался о чем-то, чтобы его зацепить. То есть разными способами? Да. Зацепить, чтобы он включил свои мыслительные способности, ассоциативные какие-то вещи. I stand firm for our soil. Little rock and falls and they juicy. Trust me, you'll be stitchy. Hell is round the corner where I shelter. It's something a schism. The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't you see. Let me take you down the corridors of my life. Что вы можете сказать вот по этой выставке, что вы можете отметить? Вы знаете, если честно, я шла на эту выставку абсолютно целенаправленно. Несмотря на то, что дождь, несмотря на то, что много всяких было препятствий, потому что я считаю, вот много времени уделяя занятиям философии, я понимаю, что человек может существенно изменяться значительно быстро. Значительно быстрее, нежели читая тонны, множество больших и очень многих мудрых книг. И это изменение может произойти через настоящую живопись. То есть художники, если действительно настоящий художник, они обладают таким удивительным свойством, что они могут чувствовать, они могут проводить в этот мир совершенно уникальные ментальные, ну даже не только ментальные матрицы. То есть то, в результате чего может человеческое сознание трансформироваться очень быстро и очень сильно. И поэтому, на мой взгляд, вот тезис о том, что мир спасет искусство, он является абсолютно правильным. И вне зависимости от того, сколько у человека денег в кошельке, я считаю, что даже если там последняя гривна, он должен идти на выставку, он должен смотреть, и он как бы, зачем он туда идет? Потому что в результате этой выставки он реально может что-то изменить в своей жизни. То есть это не просто возможность потусоваться с интересными людьми. Вот мне приятно встретить здесь очень многих своих студентов. Это приятно. Но есть вещи, которые для человека более значимы. А более значимы – это возможность понять вот тот неизменяющийся мир, очень сильно меняющийся. И мы нигде этого сделать в другом месте не можем, как через искусство. Обязательно нужны площадки, чтобы кто-то сказал, что вот мне эта картина понравилась, я готова говорить почему, я рекомендую на нее обратить внимание, потому что это интересно. Я считаю, что выставки сейчас должны проводиться по-другому. Вот я даже предлагаю такой вариант. Какие-то картины... Более как-то интерактивно, что ли? Да, интерактивно в каком плане? О картине нужно говорить. О картине нужно говорить, картину нужно проявлять. Посмотрел. А вот такая пустая развеска, вот на мой взгляд, это уже выставка, которая... Немножко мертвая. Она мертвая. Формат выставки сейчас должен быть другой. То есть, предположим, сегодня делается акцент на одну картину, на две, на три. Но это должны быть какие-то перформансы, представления, активное говорение. Завтра это будет что-то другое, но только тогда начнется действительно реальное подключение человека. Причем вот я абсолютно согласна с организаторами, что нужно, чтобы самые простые люди, и богатые, и небогатые, всякие разные, потому что, по сути, наш мир может изменить это. Что
вот какую-то главную черту вот на этой выставке ты можешь отметить? Работы все известные, те, которые я уже видел до этого на выставке, поэтому, как уже и говорилось, все собрано, самые популярные и самые известные. Самые красивые работы современного искусства представлены, что могу утвердить сейчас здесь. Не, ну красиво, это понятно, а вот именно какой-то общий дух, может быть, общий дух. Мне в последнее время не нравится, что оно уже устоялось, наше современное искусство, вот здесь вот именно Одесска. Есть уже этот круг, который постоянно вращается в этом искусстве, и очень тяжело новым внести какую-то свою лепту, потому что нужно долго очень идти к тому, чтобы как-то подойти к этим людям, с ними связаться, найти общий язык и влиться в эту компанию, а потом уже они тебя признают и можешь что-то выставлять. То есть этот круг законсервирован, да? Он довольно-таки закрытый, как бы. Нельзя сказать, что это закрытое общество или какой-то кружок какой-то, но чтобы туда попасть, нужно немножко к этому приблизиться, нужно идти долго, нужно напорствовать. Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы каждый человек мог выставить то, что он хочет. Здесь, сейчас, в любое другое время. Это как бы делается сейчас какой-то пафос. Ну так всегда было. Если вспомните историю искусства во все времена, да. Там были какие-то вот люди, которые узурпировали так или иначе. Хочется, конечно, может быть, это какой-то молодежный такой порыв, я не знаю, какая-то искра, но хочется как-то рушить эти стандарты. Зачем делать так, как было раньше? Мы живем сейчас, здесь, и нужно делать что-то новое, нужно привносить. Это современное искусство, на то оно и современное, чтобы делать что-то новое и как-то ломать старые какие-то устои. Какая особенность именно этой выставки? Довольно много, может, выставок современного искусства. Что можно выделить? Какое зерно, ядро здесь? Я вижу, что представлено большое количество монументальных работ. Это очень интересно, поскольку, все-таки сегодня больше художники работают в каком-то камерном жанре, но и выставка-экспозиция очень разнообразная, поскольку я вижу, что представлены разные авторы, и живопись, и графика, работы очень интересные. На этой выставке совмещены работы и старых одесских мастеров, и новых мастеров. Вы как-то почувствовали, что какая-то связь поколений, может быть, даже? Я думаю, что экспозиция получилась очень органичная, несмотря на то, что представлены, как вы заметили, авторы разных поколений, но работы хорошо сочетаются. Что такого особенного можете подчеркнуть в экспозиции? Что я могу подчеркнуть? То, что это действительно очень положительно, что устраивают подобные мероприятия и вообще как бы образовывают не только поколение старшее, но и поколение как бы только подрастающее, да, юных культурологов, можно так сказать. Вот. И то, что действительно видно как бы прогресс в нашем искусстве и такое. А является ли, допустим, современное искусство, в частности, здесь выставлено, каким-то отражением процессов жизненных сегодняшних для вас? Из того, что я увидела, именно здесь. Да? В целом и в частности. Безусловно, современное искусство показывает те процессы, которые происходят сейчас. И, допустим, здесь мы наблюдали такие картины, но мне кажется, что все-таки... много отсылок на прошлое, можно так сказать. То есть какая-то небольшая остановка, да, во времени? Есть такое, да, есть. А в чем вы видите, допустим, какие-то темы, которые можно было бы пропустить через призму искусства, которые необходимы на ваш взгляд? Мне кажется, что, наверное, это все-таки тема, прежде всего, эмиграции и того, что происходит сейчас именно в социальных культурах, допустим, во Франции, смесь культур, глобализации и так далее. Мне кажется, что эти вопросы сейчас стоят превыше всего в мире, и это стоило бы показывать людям. Что самое ценное ты выделяешь сюда в работы? Как ты их... Натуралистичность. Если, к примеру, брать портрет какой-то, то если я говорю о том, что мне нравится какая-то картина, то она
прямо профессионально, то есть она передает абсолютно все детали, абсолютно весь взгляд. Но самое основное для меня это то, как художник передает особенно глаза. Глаза, да. Если он передал четко, правильно и достаточно детально взгляд, то это, считаю, на пике художества. Какие-то ощущения, да, особые, ну, то есть просыпаются или не просыпаются, правильно? Я просто рада за этого человека, что он смог своим талантом доставить зрителю информативный поток, которое заключено в его голове, в его мозгу, посредством руки, карандаша и бумаги. Все очень просто. Гениально просто. Мы увидели много видения, услышали много мыслей и мнений. Мы продолжаем размышлять, чувствовать, жить. Ведь это здорово. Продолжение следует. I stand firm for our soil. Little rock and falls and they juicy. Trust me, you'll be stitchy. Hell is round the corner where I shelter. It's something a schism. The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life.